Всем привет! Сегодня будем учить шлюз от Xiaomi, управлять Алисой, то есть управлять в том числе и умным домом. Это можно, естественно, сделать с помощью каких-то сценариев или еще что-то. Алиса, стоп! Но тем не менее, вот я решил попробовать использовать динамик шлюза, чтобы он давал команды Алисе. Что для этого нужно сделать? Давайте посмотрим. Как это будете использовать вы, это уже другой разговор. Ну и вообще, нужно ли вам это? Для этого мы видим устройство, вот шлюз, да? И также нажимаем вкладку «Авто», нажимаем «Оповещение». Есть оповещение по времени. Есть дополнительные настройки. В дополнительных настройках есть мелодия звукового сигнала. А раньше я делал видео, как добавить любой сигнал для вашего шлюза, чтобы он, ну, говорил каким-то вашим голосом, там, голосом Путина, голосом, не знаю, каким хотите. А вы видите в конце страницы, внизу страницы, добавить мелодию. Мы нажимаем на это «Добавить». Можем добавить музыку с телефона. Можем добавить музыку, по-моему, из облака. Что-то раньше такое было. И также можем добавить запись. Нажав на кнопку «Запись», мы видим 30-секундный отрезок времени. Для того, чтобы его записать, свой, да, звук, мы можем нажать и удерживать. Советую вам делать перерывчики небольшие в начале записи и в конце записи. Ну, для того, чтобы это лучше работало. Ну, и для Алисы, естественно, нужно какое-то время, чтобы она сработала. Поэтому мы запишем так. Алиса, включи вентилятор. Ну, я не знаю, слышно вам было или нет. Но она, естественно, включила вентилятор. Алиса, выключи вентилятор. Выключаю. Так, что происходит? Ага. Слишком короткая запись. Черт побери. У меня же запись со стола идет. Я даже не слышу, что там происходит. Хорошо. Ладно, попробуем оставить это. Нажимаем на готово. Алиса. Вентилятор. Окей. Вот, видите, идет загрузка. Перед этим я записал: Алиса, включи телевизор, Алиса, выключи телевизор. То есть это все есть. На этом устройстве не получится. Алиса, стоп. Эта загрузка может произойти сейчас, может произойти позже, но это все зависит еще немножко от китайских серверов. Это может быть еще зависит от вашего шлюза. Допустим, на европейском шлюзе вы вообще, по-моему, не сможете занести такие записи. Эта запись можно заносить только на шлюзе 2. Ну, там я не помню, какого он года там. У нас он уже 3 года. Вот, давайте сейчас, пока эта загрузка происходит, попробуем продемонстрировать, как же это происходит. Ну, допустим, вот 76%, ну и, короче, уходит. Так, для того, чтобы не сбилось, я, наверное, все-таки никуда не буду выходить. И все-таки я хочу дать вам послушать, как это звучит на шлюзе. А давайте попробуем насчет включения телевизора.
Нет, не хочу я выходить. Если надолго затянется видео, я, естественно, это вырежу, а оставлю только то, что вот как это работает уже. То есть загрузка, ну, что-то слишком уж длинная, долгая. По крайней мере, первые две записи затянулись буквально мгновенно. Все, улетело. Улетело. Алиса, вентилятор. Но мне нужен. Кстати, мы на Google колонку делали то же самое давным-давно. То есть можем сказать вместо Алиса, мы можем сказать Эй, Google, либо Окей, Google. Почему говорю шепотом? Потому что вокруг колонки они, естественно, реагируют. Так, ладно, пока оставим. Если вы видите, да, у нас есть там жарко, открой форточку или включи кондиционер, холодно, там. Одинокий пастух, вообще, по-моему, записанная с микрофона мелодия. Здравствуйте, есть мелодия. Есть кто-то пришел, откройте дверь. По приколу было еще такое. Всем молчать, мама звонит. Вот такое было. Так. Ладно, сюда я ставлю все-таки, допустим, там воздушный налет. Все, с воздушным налетом закончили. А теперь давайте продемонстрируем. Лучше, конечно, прям какой-то создать сценарий. Давайте тогда и создадим сценарий уж. Так и быть, заодно пройдемся по сценариям. Возьмем сенсор. Спальня. Обнаружено движение. Можно выполнить автоматизацию, можно включить-выключить сценарий, можно отправить уведомление на устройство, можно задержку какую-то сделать. Мы здесь сделаем шлюз. А здесь выберем воспроизведение назначенной мелодии. Играть мелодию. Жарко-холодно, одинокий пастух, кто-то пришел, мама звонит, эй, Google, Дина, эй, Google, ящик, кушать подано. А, да, у нас еще есть такое. Кушать подано, садитесь жрать. Так, Алиса, включи. Ты, все, молчи, это подслушивает. И мы выбираем. Алиса, стоп! Включи телевизор. Вы слышали, да, то есть... Вот даже выбрав, еще раз нажму. Алиса, включи телевизор. Ага, телевизор включил. Алиса, выключи телевизор. Можно было звук выключить. Ну, вот так же вы можете записать, допустим, Алиса. Включи 22-й канал. И она будет включать. То есть это вот, ну, я сейчас продемонстрирую это. Алиса. Телевизор 22-й канал. Да. Включает. Так. Ну, вот так вот. Ну и естественно, что мы там нажимаем? Окей. Чтобы закончить. И получилось вот такой. Вы можете изменить время, то есть можете поставить круглосуточно, можете только ночью включать, можете все, что хотите, добавить, изменить этот сценарий. В конце вы нажимаете ему заглавливаете как хотите. Если хотите, можете результаты уведомления на телефон прилетали, чтобы. И нажимаете ОК. И тем самым мы сделали, что Алисой, стоп, руководит наш, так, где это сценарий, должен показать новый сценарий, вот он новый сценарий, то есть как только будет обнаружено движение, он будет, я уже забыл, что я сделал, уже включал-выключал там телевизор, ну вот так. Так что вы поняли, да, что
С помощью шлюза от Xiaomi можно руководить Алисой, Гуглом, стоп, всем, чем хотите. То есть голосовые команды можно передавать на голосовые помощники. Естественно, это можно делать, не находясь дома. А, да, еще вот можно попробовать через камеру. Ну, камера, конечно, немножко худший микрофон и динамик. Но вообще, если их расположить рядом, то можно попробовать. То есть, когда вы ходите на камеру, вы можете в камеру нажать микрофон и крикнуть там тот-то, тот-то, голосовой помощник, сделай то-то, то-то. Ну все, если вам видео понравилось, ставьте лайки, делитесь с друзьями в социальных сетях. На этом все.